Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать как никогда актуальную песню исполнительницы сибирская под названием «Мама, я не сдала ЕГЭ». Я в свое время не сдавала ЕГЭ, я ушла после 9-го, колледж, привет! Поэтому я знаю, что вот сейчас идет как раз пора, когда все сдают всякие экзамены, поступления, там все дела. Поэтому обязательно напишите в комментариях вообще, как вы сдаете ЕГЭ, не сдаете, если сдали, то насколько. Надеюсь, все сдали, и эта песня будет как бы абстрактная. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю тебе, дружок мой пирожок, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И именно ты можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Мамочка, присядь, присядь, родная, я должна сказать тебе новость одну. Мамочка, не плачь, прошу, родная, но не буду я учиться в МГУ. Ну, для 7 баллов, как ты думаешь, нормально будет? Не пойду я на юриста, на экономиста, не стану пианистом или альпинистом, не стану сатанистом или визажистом в самом худшем салоне страны. Мама, я не сдала ЕГЭ. Разбор на укулеле. Песня супер простецкая, нам даже не понадобится каподастр, прикинь. Начнем ее разучить, конечно же, с аккордов. Первый аккорд, который нам понадобится, аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее у нас идет аккорд С, по-другому до мажор. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Третий аккорд, аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. И последний аккорд, аккорд Е7. Мы зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую на втором. Получается АМ, С, G, Е7. Такая последовательность аккордов у нас будет на протяжении всей песни, в куплетах и в припевах. А что касаемо боя, перепора, что у нас там в правой руке? Куплеты и припевы будут играться разно, по-разному. Сейчас все покажу. Куплет у нас будет играться следующим образом. 4, 3, 2, 1, то есть обычный арпеджио. Если кто не умеет играть арпеджио, вообще не знаю, что это такое, у меня есть на канале целое видео, обязательно посмотри. Мы играем, и причем мы не играем 4, 3, 2, 1, а играем как бы 4 и 3, 2, 1 быстренько, как бы триолеток. Еще раз. Кому сложно играть третью, вторую струну быстро, то можете играть как 4, 3, 2, 1. И это мы будем играть один раз на один аккорд, получается. Кому сложно играть так, можете просто играть один удар вниз на каждый аккорд или делать щипок, то есть 4, 3, 2, 1 струны играть одновременно. То есть кому как удобно. В оригинале, конечно, как я показала самый первый в начале вариант, то есть 4 и 3, 2, 1 быстренько. А давай соединим первый куплет и... Мамочка, присядь, присядь, родная, я должна тебе сказать новость одну. Мамочка, не плачь, прошу, родная, но не буду я учиться в МГУ. Ну или 7 баллов, думаешь, как норм будет? Разбор на укулеле. В припеве у нас уже начинается с вами настоящий бой. Бой самый простой, шестерка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Мы его играем один раз на каждый аккорд. И получается... Но причем имейте в виду, что припев мы играем, конечно, быстрее, чем куплет. То есть вот тут надо тебе потренироваться, чтобы все успевать. Соединим его и... Не пойду я на юриста, на экономиста, не стану пианистом или альпинистом, я стану сатанистом, буду визажистом в самом худшем салоне страны. Мама, я не сдала ЕГЭ. И потом, вот после припева, у нас с вами всегда будет такой проигрыш. Мы будем играть точно так же, как играли куплет, собственно. То есть... И на вот Е7 мы всегда будем говорить: мама, я не сдала ЕГЭ. Ну или как думаешь, в армию служу быстренько и все. Ну то есть вот там такие будут фразочки на протяжении всей этой песни, что прям вот такой шарм вообще придает, прям вообще прикол десно. Вот, давай теперь соединим полностью припев и вот эти вставки, которые будем играть. Тын-тры-дым. Помним, да? Если сложно, мы играем или 4-3-2-1 отдельно, ну чуть быстрее. То есть 4-3-2-1, 4-3-2-1 или удар вниз на один аккорд. Соединяем вставки, точнее припев и вставки. Погнали. И... Не пойду я на юриста, на экономиста, не стану пианистом или альпинистом, я стану сатанистом, буду визажистом.
визажистом в самом худшем салоне страны. Мама, я не сдала ЕГЭ. Вставочка. Мама, я не сдала ЕГЭ. Ну, как ты думаешь, в армии быстренько служу, и все нормально будет. Также мы играем и второй куплет, то есть 11 лет просидела за партой, ничего не понимала, не умею шить фартук. Мама, успокойся, что-то, прошу тебя, хватит, Макдональдсе тоже хорошо, вроде платя. Ну, еще там картошка вкусная. И не пойду я на юриста, на экономиста, не стану пианистом или альпинистом, я стану сатанистом, буду визажистом в самом худшем салоне страны. Мама, я не сдала ЕГЭ. И опять ставочки там пошли. То же самое, третий куплет. Мама, успокойся, мама, не кричи, отдай обратно от дома мои ключи. Это была шутка, вот незадача. Мама, спокойно, завтра пересдача. Ну реально холодно будет, блин. Это была ставка, которую я записываю уже пятый раз. И дальше. Может быть, на юриста, на экономиста, на пианиста или альпиниста. Не стану сатанистом, буду визажистом в самом лучшем салоне страны. Мама, я пересдам ЕГЭ. И опять идет ставка. Мама, я пересдам ЕГЭ. Мама, я сдала ЕГЭ. И вот последний на АМ. Да, все окей, я все сдала. То есть понятно, да? Вот мы галопом по Европам быстренько ее разобрали. Вот, а теперь тренируйся и играй! Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Если ты хочешь показать мне свои укулельные старания, то все очень просто. Берешь абсолютно любую песню и мелодию с моих разборов, учишь, выкладываешь к себе в Инстаграм и отмечаешь мой профиль Даша Кирпич. И тогда я тебя замечу и дам обратную связь. Ну а если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Вот как делают эти ребята. Спасибо им огромное за это. Готов всех расцеловать. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Маму, мама. Или, все нормально, еще раз. Альпинистом-то, нормально, я стану.